Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Промикс. Мы продолжаем происходить. Мы продолжаем расследовать, что тут произошло на фрегате Обрадин. В 1800... каком-то там третьем году, что ли. В предыдущей части мы обнаружили здесь Кракена. Неведомым образом, и мне обязательно надо сейчас найти... Подожди, выглавление давай, ладно. Команда. Мне нужен Мартин. Мы сможем узнать, кто был. Патрик, Генри, Вильям. Пассажир. Вот я думаю, это пассажир. Хотя бы и нет. Чотан, Хуксинлау. Эдвард Николс. Мартин, это третий помощник. Значит, ищем еще одного Перрота. Перрот. Я надеюсь, тут есть Леонид Волков. Здесь были русские. Но Перрот здесь больше нет. Блин, жалко, отсортировать нельзя. Генри Эванс. Судовой врач. А же что? Генри Эванс. Это часы. Это не компас, кстати. Да. Окей, значит, у нас... Жизнь моря, эскиз. Угу. Гарри Эванс у нас жив. Ну вот кто это, я не знаю. Если кто кого лечит. Ну, вряд ли. Вот это у нас мертва, очевидно. Я так понимаю, мы с конца идем, но вот Генри Эванса мы точно можем сказать. Жду, ну вот зацепок. Я просто хотел участь вообще-то, потому что он жив, чтоб сразу. Ну, допустим, ладно. Перрот. Блин, я слепой или я не вижу здесь больше Перротов? Кто у нас вообще из... пассажирок был? Абигайл. Но это может быть как... Нунцо Паска. Как мужик, так и женщина. Типа, мисс Джейн Бёрд. Подожди. А там, как её было? Это на Канарских островах было? Серьезно? На главной палубе. Этот челик опять здесь присутствовал, вот только я его не заметил. Это, видать, рулевой у нас. Теперь лицо этого человека стало четким. Означает, что сейчас его можно идентифицировать. Используйте часы и книгу, чтобы вернуться к уже увидимому, понять, что это за человек. Возвращайтесь к воспоминаниям на корабле с помощью часов. Так сможете узнать отношения между людьми.
их внешний вид, видимо. В книге вы найдете карты, судовую роль, эскизы и текст диалогов. Используйте все это, чтобы понять род занятий. Корабль вышел из Англии с 60 людьми бы на борту. С 53. Установить личность каждого и узнать, что за судьба его постигла, будет непросто. Информации крайне мало. Вам придется делать выводы, опираясь на обрывочные сведения. Некоторые личности можно идентифицировать только методом исключения. Удачи. Слушайте, звуковое сопровождение просто шикарно, я считаю. Ну, это рулевой, типа. Есть рулевой, подожди. Такая роль вообще. А нет, их 60 рили. Это транспорт, получается, был? Что? Просто пассажиры были. Еще один неизвестный пассажир. А, ну я его не опознал просто. Неизвестный стюард был? Это вот этот, которого мы нашли? Не, я не шарю, кто такой боцман, но... Ладно, к сожалению, пока... мне нужно заглянуть в эту... В глоссарий. Боцман. Часть за работу всех матросов и исправность корабля. Рулевой, во! Я же говорю, есть, но, блин. Он все еще размыт. Ну, вот эти три нет. При этом этот не размыт. Ну, я вот, кстати, вот отсюда более четко можно увидеть их. Ну, это рулевой, но я не вижу... Подожди. Рулевой, Финли Далтон. Кто это? Что произошло? Я могу только... Но она... Не знаю, она раздавлена грузом. Но это не сорвавшийся груз. Навряд ли. Поражена чудовищем. Я теперь понимаю, что за чудовище. Ну как сказать, забита до смерти? Ну на нее обрушилась мачта, что сказать? Что это означает? Сечена когтями. Что? Ну, она просто скончалась. Нет. Что-то еще есть. Сабля, топор. Застрелена. Пушка. Самоубийство. Кто-то самоубийство еще совершит. Кек. Хотя бы трех человек. Ох, блин. Хотя бы трех человек во всей книге. Да. Но это пассажир, типа, я уверен в этом. Но только какой из них? Тут из Формозы полно их. Кто-то неизвестный.
Ники Мартин. Да, но это его муж. Значит, можем опознать, только надо посмотреть еще раз. Команда. Бэнк, пассажиры. Джексон. Подожди, блин, муж и жена должны обозначаться рядом, но типа тут... Уитерелл. Нунцо Паска. Эмили Джексон. На Эмили точно. Подожди, может есть еще один Мартин? Какой-нибудь там, не знаю. Матрос, не знаю. Акбар. Патрик Самуэль. Питер Самуэль, Пауль, Зонги Чутан, Эмили Финли, Олус. Один Мартин, только Перрот, но тут нет никакого пассажира с именем Перрот еще. Более того, больше фамилии Перрот здесь нет вообще. Но я так понимаю, тут неизвестный это и был, возможно, ее муж, не знаю. Но он сказали, что они в грузовом отсеке были. Не, ну это точно пассажирка, блин. Но. Прикол-то в том, что нет ни одной пассажирки с фамилией Перрот. Ладно, забей. Ну вот это чудо, конечно. Бодро. Это, видимо, третий помощник МБ. О, этого мы челика видели уже, по-моему. Нет. Здравствуйте. Кого-то мне напоминает месье. Не успел я увидеть. Кто это? Я не знаю, кто это. Но он был чрезвычайно татуирован. Его участь, он... сожран. Разорван на части. Убийца-чудовище. Это определенно неизвестный мужчина пока. Я не могу сказать. Но здесь есть еще один. Вот в чем прикол. Это ты? Погодь. Вон он. Он здесь рядом. А он здесь где-то. Шо? Куда ты? Хорош витать.
Так, продолжаем исследовать место действия главы Рок. На главную палубу, живее! Зачем? Держитесь! Держитесь! Бросайте, бросайте порох! Ляща! Что случилось? Взорвался или что? Что с ним? Не, лол? Это пленник, что ли? Кирилл его держит. Неизвестно что. Не, они причем вместе были связаны, я так понимаю. Но я не понимаю, что вот это вот за фигня. Затем пытался отбиться, хз. Кто тут еще был? Опа-на. Опа-ча. Этот челик у нас свалился. А это, я думаю, Мартин. Хотя, не знаем еще. Кто ты? Мы тебя смотрели вроде. Кто это? Что произошло? Еще пятеро присутствовали. Ну ладно. Дверь открылась. Нам не откроют? А нет, открыто. Все, как только мы воспоминания увидели с этой лестницы, и то плюс лестница. Так понимаю, все правильно. Мы с конца должны были начать. Только единственное, мы здесь пропустили. Я хотел сразу же это увидеть. Абигейл. Абигейл. Ваш брат. My мой друг. I shot him. Я застрелил его. Dead. Он мертв. I'll be with you. Я иду к вам. Soon, жить немного, любовь моя. Прошу, простите меня. For за все. Это Кэп? Ля, самоубийство. Ну это вот эта мадам. Это Кэп. Значит, он не стерпел. А это, видать, была Эбигейл Пэрот, видимо. Изучая лица, откройте книгу и сразу перейдете на страницу с соответствующим эскизом. Ну да, но... При этом на этом все. Никто не выжил, кроме Дока? Генри Эванса. Пока что это самое вероятное. Больше никого не было. Застрелился. Думаю, с пистолета там была, да? Кого мы... Это Уильям Хоскет.
Значит, это не Уильям Хоскот. Подожди, а есть кто-то с фамилией Хоскот? Хоскот Джексон. Какой-то неизвестный Стюарт. Бы я прокололся, это какой-нибудь Мартин или Джон Дэвис был. Паска. Бёрд. Уиттерл. А вот, Абигейл Хоскот Уиттерл. Это был... Все правильно. Я так понимаю, значит, Абигейл это была вот эта вот женщина. Может быть, а может быть и нет. Он застрелился именно в ее каюте. Так что МБ. Давайте пока предположение сделаем. Я думаю, это она. Уиттерл, правильно? Значит, кто здесь есть Уиттерл? Хоскот есть. Мартин Перрот. Уиттерл, подожди. Галликан, Джеймс. Поттерил. Даже, блин, Уиттерлов нет. А, мать твою, ладно. Ну ладно, мы хотя бы брата определили. Я не уверен насчет этого, но пока, допустим, не думаю, что это раздавлено. Разбилось, я не знаю. Как бы это назвать-то? Взорвалась, блин. Жива, задушена, замерзла, зарезана. ХЗ. Она раздавлена, допустим. Правильно же? Раздавлена не чудовищем. Просто грузом, ладно, черт с ним. Ну, не сорвавшийся грузом, но просто она... Ну, убийца, я не знаю. Ну, пусть будет чудовище, разорвано на части. Такелаж. Что значит такелаж? Блин, ладно, неважно. Может быть, такелаж. Йоло? Отлично. Участь троих определена верно. Есть! Хорошо. Значит, такелаж-то и есть. Ну, этот челик очевидно. Уильям Хоскот. И Уиттерл застрелился. Хорошо. Он был последним при этом. Блин, ну учесть. Я так понимаю, все надо правильно опознать. Всех. А, так это Кэп был Уиттерлом. Лол? Почему тогда она говорила в... Мартин. Стоп, его зовут Уильям Мартин? Или что? Роберт Уиттерл. И эту зовут при этом...
Что за бред, блин, подожди. Вот это вот при этом Хоскот вытерл. Ну а почему она говорила Мартин, блин? Это же она. Подожди. Пойдем отсюда. Возвращение с судом. Что? Что это значит? Я все сделал? Три, четыре. Да, я все воспоминания собрал просто. Понятно. Что? Что еще? А нет, это все. Просто, как бы сказать. А, она Мартина звала. Господи. Я все это время неправильно все понял. Где капитан? Мне нужен мой муж. Капитан в это время был на нижних палубах. Что, время на нижнюю палубу идти? Оля, здрасте. Ох, но! Но нет, вас ранили. Don't... Не, оставляйте меня. Держись, сынок, я буду с тобой. Скажите матери Пита, я сделал все, что мог. Чтобы вытащить его, чтобы спасти его. Сам ей все скажешь. Бреннан, несите хирургический набор. Это Мартин был? Челик ранен был. Ну что с ним реально произошло, непонятно. Я его видел уже. Этого челика мы тоже видели, здрасте. Выглядит как СП-106. Этого, по-моему, тоже видели. Да, ну, собственно, их обоих потом Кэп вынес. Опа. Ля. Этот парень лишился полголовы. Жестко. Это произошло уже после тех событий. Окей. Бреннан. Бреннан, Бреннан, Бреннан. Побег? Окей, я так понимаю, это некий кардемарин. Пробую угадать. Неизвестный кардемарин. Или типа я могу так сказать просто, что это кардемарин, но я не знаю, кто из этих, да? Угу. Да, наверное.
Но я думаю, он поражен был его. Не уверен. Я, кстати, не знаю, да, на самом деле. Может, он... Он же потом у меня где-то появляется, нет? Матери Пита, я сделал все, что мог, чтобы вытащить его, спасти его. Бреннан. Это Бреннан. Нет, это не Бреннан, подожди. Это важно. Да, это не Бреннан. Бреннан был кем-то другим. При этом это Уильям Хоскот был. И вон там челик. Этого я видел уже. Первое появление. Показать воспоминания на схеме палуб. Не, подожди, я в курсе. Но где я этого видел еще? Первое появление. Да, что такое было? Я бы в это воспоминание вернулся, на самом деле. Кто это? Что произошло? Я вот не понимаю, что произошло. Но вот этот челик тут был. И он был, видать, вместе с ним. Хотя... Блин, я так понимаю, чем дальше, тем будет намного сложнее все запоминать и понимать. Да, ну тут был еще один, очевидно. Мы уже его нашли. Это вот как раз таки этот челик. И вот этот челик еще, там без головы который. Давай, вылезай. Хорошо, но это не совсем оно. Потому что тут было еще одно. Ты же мне тут не показываешь челика без головы, правильно? Почему-то. Хотя он тут есть. Зря дверь закрыл. А нет, он все-таки подох. От ран. Что? Ох, но! Вот он. Почему мне его не показывают? Это вот этот вот. Да, которого застрелили. Да-да-да, это тот челик, который был там, наверху. Он пытался его вытащить. Окей, значит, я, в принципе, могу понять, кто там был. В том воспоминании, в котором я... Идите на нужную страницу. Подожди. Это в Роке было. А, матери кого? Кто это? Это Пит был. Где Рок? Вот Рок. Вот оно. Значит, это у нас... Пит. Питер, значит, да? Патрик. Навряд ли Патрика зовут Пит. Это скорее Питер. Питер Милрой. Это Клаверт Эмарин. Я не знаю, что с ним, но, вероятно... Его просто сожрали. Убийца чудовище. Есть. При этом вот его братан. Бедняга. Ну, а этот
был его дружком. Бреннан. Вот только Бреннан — это фамилия или имя? Каллиган, Родерик, Херштик, Питерс, Бреннан. По-моему, это фамилия. Да, это Кенри Бреннан. Сабитос. Ну, похож на матроса, правильно? При этом я не нашел вот этого вот парня. Ладно. Давайте последнее на сегодня. Что это все значит, чертов болван? Нихера себе! Этот бежит сюда. Этот раненый тут валяется. Нет, этот пытается добраться. Его ножом кто-то прыгнул. Это пытается добраться к себе в каюту. Такой бежит. Этот... Ты чё, охеревший? Кто, мать твою? Какого черта? Что вы тут устроили, блин? Музыка вообще топовая. Слушайте, Лукас Поп просто прекрасный композитор. Ну, тут типа понятно. Я могу наверх подняться? Нет, не могу. Но что-то мне теперь подсказывает, что капитан-то их правильно зарубил, потому что эти челики что-то не то начали творить, по-моему. Кто это? Я не знаю. Я думаю, я знаю, я могу узнать, кто... Кто вот это... Что-то мне подскажет, что это ирландец. Я уж не знаю, почему. Но думаю, матросы будут сбегать, правильно? Подожди, а что? Это был один из тех челиков, которые стреляли этого молодого. При этом кого они стреляют? Я так понимаю, это типа боцмана, не знаю. Королевская кровь Формоза. Я такое жуткое лицо у него вот здесь вот на этой превьюхе под матросом в пути. Ну ладно. О, жестко. У нас есть еще один. Он прямо вот здесь. И мы узнаем его участь уже в следующей части. Я так понимаю, это боцман. Правда, могу ошибаться, потому что я опять-таки в кораблях не особо шарю.
Ну, и в званиях, и все такое. Я же не служил в морском флоте особенно. Ладно, так что быть, сейчас узнаем. Раз уж я нажал. Довольно, капитану доверять нельзя. У вас есть план? Да. Мы заберем корабль и отправимся на восток. Получим награду за проклятую рубину и за ракушки. А? Кто здесь? Мятяж! Мятяж! Новый ублюдок. Лен, так вот что, я думал, его мостом ушибило, а этот ему мозги напрочь вышиб. У меня этот... Что? Теперь все еще запутаннее. Почему тогда этот пошел и убил вот этого вот челика? Очевидно, они были заодно, типа. Подожди. Хоска вместе с ним здесь был. Он все это слышал. При этом этот все еще здесь. Его кто-то ранил. Вероятно, этот же челик. Но это жестко, я этого не ожидал. Еще шестеро. Я так понимаю, это боцман. Убийца. Блин, ну, к сожалению, я не знаю, но я попробую угадать, что это что-то помощник. Нет. Третий? Нет. Помощник боцмана? Ну, эти челики начали, короче, восстание против капитана, но... Ладно. Ребят, тут еще есть один. Это, я думаю, воспоминания раненого. Хотя я могу ошибаться, но, по-моему... Нет, это точно не раненый. Я не могу открывать двери при этом. Не могу уйти в черноту. Кто ты, кстати говоря? Я не увидел. Блин, я так долго буду искать. Окей, возможно, я путаю. Реально, было бы хорошо узнать, кто его пырнул. Блин. Погоди. При этом это и не здесь. Мне подсвечивают, типа, куда я должен идти, или... Ля, точно. Смотри, что творят.